То есть вы первая категория, это спасибо на их канал ППС, который дает нам право. Филипп. Вот Николай показал вам, я не знаю, как сейчас тут все он. Нет, мне складной не нравится, а мне наоборот нравится. Хорошую компанию накормите где-то в лесу или еще что-то. Хорошо, да. Он как пчак идет, как пчак. Вот пчак, вот имеете представление? Вот он пчак, он как кухонный идет. Вот. Это еще плюс складном, видимо, его сделали. Смотри, ножи. А почему? Почему? Потому что он как и кухонный, как это вот его собрали, он в чехолке вроде или чехол лежит. Можешь попробовать. Много места не занимает. Я много места не занимает, раз у вас нет конкретного предназначения. Вот он так собирается. Можно поездить сюда? Или чего же? Давай как знать, надо красиво. Смотрите, да, по поводу рыбы, по поводу всего остального. Вот он зафиксировался. Все, вы работаете, нарезайте, шампуни, все что угодно. Так же на катере, на яхте или где-то на природе. По мне нам помочь, так сказать, как покинуть. Да, ну мне надо просто видеть, что вот это. Ломбардия. Нет, снимаю. Кино. Что продаем? Ем. Пойдем. А, понятно. Давай моторчик посмотрим. О, мотор, молотку. Приехали, знакомые, пока я рассказываю, а потом уже покупают.